Всем привет, с вами Жора Плэйшаков, и я вернулся. У меня с Роблоксом была проблема, у меня страница не отображалась. Ну и я решил эту проблему. И я теперь снова могу играть в Роблокс. Сегодня мы играем такой режим. Называется Ninja Legend. Да, его сейчас все снимают. А петы мне дали. Петов мне дали. И сейчас давайте накупим 1000. Ой, сейчас, секунду. И я сейчас дал и получил 23 000. Это очень много. Но нам не хватило даже этого. Продаем и идем покупать скин. Скиллы покупаем все. Да, мало хватило, ну ничего. Это хотя бы что-то уже. Отсюда мы начнем подниматься наверх. Прыгаем. Дальше прыгаем. И дальше прыгаем. Опять прыгаем дальше. А вот тут уже проблемка. Надеюсь, мы сможем. Нет. Не сможем. Значит, придется там отойти. Обходим тут. Оп. Допрыгнули до первого острова. О, нет. Еще высоко. Давайте потом допрыгнем. Продаем. И у нас уже 58 000. Это много. И мы купили 2 меча. Также у меня появились новые каналы. Просто. А я что получаю одинаково? Надо это снять и одеть.
я как-то вспомнил, тут же есть сюрикен. 75 тысяч. Как столько накопить? Но даже первый остров не открыт. Ну, достаточно. Продали. Сколько стоит следующее? 30 тысяч. Продаем. Обновили. Теперь мы можем уже по 3 раза прыгать. Это уже не шутки, не шутки. Но прыгаем дальше. О, там сундук золотой. О. Нам повезло жестко при этом. Ай, ничего. Сдаем, нам все равно сейчас надо было. Для опета. Вот. Этими тысячи покупаем. И кто же нам попадается? О, 15%. А чё он такой слабый? Чё он такой слабый? Алло. Ведь это ата. Покупаем. Следующий стоит 67. Смотрите, вот где он его купил, все понятно. Секретное яйцо. Я спать хочу. Ну ладно. Потому что я сегодня снял одно видео, первое видео на свой новый канал, третий канал. У меня их 4. А четвертое я не делал. Еще видео. Но третий я пока не буду говорить, а вот четвертый я покажу. Так. Вот четвертый канал. Ну ладно, всем пока-пока, до новых встреч. С вами был Жора Плэйшака. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления об новых видео. И подписывайтесь на мои другие каналы. Всем пока-пока.